Вообще в чем дело? Я вот смотрю за этими беглыми, ну мы же знаем все их планы. Вот сейчас они санкции против мотовелозавода, а мы хотим в Евросоюз продавать велосипеды и так далее. Ну, если нашим людям нужны санкции, пусть они их поблагодарят. Но им надо поднять людей к весне. Это у них вопрос номер один. И одно из направлений, которых сказал, вот Путина, он украл там что-то, они же кричали в Москве, так? Думают, вот надо нам и в Беларусь. Надо найти дворцы Лукашенко, ну, дворец Путина, наверное, дворец Лукашенко, и показать, раскатать. Ну, тебе, может, передадут эти материалы, потом ты ознакомишь обсуждение. Слушай, ну, у Лукашенко-то дворцов нет. Ерунда. Чем страшнее ложь, тем больше веры этой лжи. Ну, как фашисты. Но мы контролируем ситуацию, видим. Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дома, они пытаются его сфотографировать и картинку вывести. Так вот, как реагировать на это? Вот все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю. Я тебя приглашу и покажу, ну, лично покажу. Спасибо. Я хочу, чтобы вы понимали. Четверть века я президентом работаю. И если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому, если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу едьте и заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова – это президент. Вот и вся их политика. Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть дворец. По-моему, 7/8 вот, домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству. Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула по периметру, все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Но они же прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держатся они в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить. И если бы я вам еще рассказал, это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новое. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, а нам надо выстоять. И мы это сделаем.